Я просто в ахуе, блядь, насколько это трудно, нахуй. Вот все, кому тут трудно, нахуй, это значит, вы не читали тактику никогда. Исправьте эту хуйню, блядь, на следующее КД, чтобы было нормально. Если у вас есть желание вообще, ну, достойно все это проходить, блядь, быстренько, а не вот так вот, нахуй, 3 часа сидеть на одном ебаном боссе. Вставайте, блядь, кого резнули? Или вы чё, в ФК ушли? Где Кирсори? Чё, не заходи, сейчас резнем. Чё, Карбонару замутали? Что, он пиздел, что ли, или чё? Кирсори, ты где? Кирсори, сказали же, не заходи, сейчас резнем, блядь. А, блядь, уж поздно. Пиздец, блядь. Вы даже если покинули тело, вы не заходите, вы вас по телу могут резнуть. Не тратьте как бы время лишнее на пробежки. Спортом позаниматься можно, вон на улицу выйти побегать. Да, блядь, сейчас ЦЛК закончится, пойдете в Доран, там круги наматывать. Траволт, это ДПС хуёвый у тебя, давай побольше жми. Хотя бы, я хуй знаю, 13, блядь, 11 это вообще пиздец, кринж. Мэтт Фокс тоже посильнее, как ты жми, я хуй знаю, что-то так мало. Потом все там... все на дроволетах просто играют. Потом там посмотришь, это, как апнуть производительность, там, Седжу, вон там, патч скачаешь на анимации, там, уберешь. Всю хуйню. Где там? Кто там лежит у нас? Мордаун, ты тут? Сейчас, здесь, здесь. Не лез от меня. Резали тебя, нахуй, 2 раза? Кто меня резал? Лично я резал. Хорошо. Спишем на баг визуальный. Не обольщайся, я даже пошел. Если ты новый купишь, лучше не станет. А почему же? Плавать, в принципе. Ой, блядь. Баф смотрю, блядь. Пепе. А чё, давай? 5, 4, 3, 2, 1. Вышли в лужу. Когда зеленый кидается, сразу в одну точку не избегайтесь, чтобы уже не кинулось, нас всех не разъебало, нахуй. В последний момент сбегайтесь, когда там уже не будет точно. Переводим. Дебаф и смотрим. Вышли в мини, смотрим в мини. Еще пельмени, блять, не словите. Ну блять, ну друид инвалид, ну ты пиздец. Уже вышли.
здесь. Не менее. Puddle cast. Сова, кто это там так далеко, нахуй? Вот Фокс, нахуй, ты что? Курнул? Не забывайся. Лужа, смотрите, сейчас там разольется. Рыжий. Красного убьем. Беги, малышка, беги! Настало твое время. Берегитесь. Под пельмени там. Он под форсажем. Так, будем стопать, нахуй. Ушли уже от босса, съебались. Милики, стойте недалеко, 10 метров от босса. Там будет зеленый, и вы начнете бить. Можешь отвести профа от спавна зеленого. Потом его переведем. Зеленого сейчас убиваем, и потом проценты там босса добиваем. Там стоп, по боссу. Шли, это босса шли. Не трогайте. В РДД убить. Берегитесь. Пельмени. Зеленого добиваем. И по боссу фул. Дроид инвалид. Ладно, не надо. Фул по боссу быстрее. Пей, пей, пей быстрее. Он все допьет. Зеленый в зеленую треугольник быстрее. Встаньте в крестик, чтобы чуму перекидывать. Луна, чтобы не сдохла у нас. Блять, Траволту, сука. Да ебаный насос. Смена цели, отошли. Ну, сука. Беги. Голубовую отдай. Быстрее красного. Помогите. Зеленого сейчас освободитесь. Они не смогут бить. Проф, когда зашевелится, все смогут все бить. Добили быстрее. Пельмени. Гера. Рарник, оносишь. Вот где пельмень устал, туда встали. Рвис по войду, Игнера. Фул ДПС. Лужа, вышли, вышли, лужа. Проводи туда, или как нам? Кто там замирает? Так, Рарник 2 вижу. Давайте, или проведи да больше, я... мы через... Кто там? Следующий кто? Ты говори, кто следующий. Хукмастеру говоришь. Хукмастер. А носишь, когда ему... Даун. Пиздец. Ничего, один проебет, ничего страшного. Дальше, главное, готовься, нахуй. Два стака на Эвилаше. Готовься. Таунд. Ага. Все, блядь, пельмени не ловим и бьем. Готовься. Таунд. Не забрал, нахуй. Забирай полидринг. На и ваши три, нахуй. Пельмени отошли, сука, не словите. Таунд. Так, следующий Равис, да? Кукмастер один стак, нахуй. Равис. Равис, ладно. Три заберешь и добьем, блядь, давайте. Лужа вышли, блядь, быстро. Не стойте в ней, сука, бичи. Берегитесь. Это Сагимс, дай на хп. Полидринка, прокильте, ревностный, блядь. Хилим, хилим. Гим пошел. Выведи оттуда, ё-ма. Блять, ну быстрее, захильтесь. Еще гимн сдайте какой-нибудь, не знаю, хотя бы. Не сдал. Берегитесь. Три ляма.
В рот ебал, нахуй, эту хуйню, сука. Пиздец, блядь. Бомжи ебучие, нахуй. Как вы заебали, нахуй. Этот то не видит, этот это не видит. И что ему? Я ж тебе сказал, ты по анонсе, блядь. Ладно, господа, удачи, пошел я. Бежим, нахуй. Да, и ДПСик слабенький. ДПСик говно. Да, блядь, все убивается, просто, блядь, как какие-то коллеги играем, нахуй. ДПСик слабенький. Ну, у тебя он синий, скажу. У меня клава дымится, если что. Не, я имею в виду, вон, ниже 15, это уже, ну, блядь, не очень гуд. Ну да. Ну, тут трудно такой выдать, особенно на обычном ДД. Типа милики, понимаешь, переходки, все такое, бегаешь, бегаешь, вперед. Пошли, блядь, проф. Да не то, что ты полчаса бегал, тебя просто не прохилили. Да, вот, а просто юзай спринты просто под эту хуйту, если чувствуешь, что это писал. И далеко сильно не бегай. Спринты нужно вязать, если он к тебе подошел ближе, чем 5 метров. Похуй, вообще, мне кажется. Ну понятно, что понял, блядь. Видишь, тут какая хуйня, нахуй. Новых людей на боссе сколько, нахуй. Еще и старые тупят, хуйню исполняют. То пельмени ловят еще что. Это же минус ДПС, блядь. Ну да, кстати. Да профатом вот еще там так, профатом так поставили, что пришлось с ним стоять, он поставил колбы и все, минус меткость, и вообще их нихуя ничего не попадал. Поводили убого вообще. Я типа потерял ДПС из-за того, на колбах просто... мы, да, дохуища ДПСа потеряли просто из-за того, что дебафисил. Так нехуй их не, ловить, блядь. Я колбы не ловил. Они там ловили по 10 человек, вот ты не ловил, они ловили, это минус огромное количество ДПС. Ну, потому что у меня глаза открыты. Ну вот, откройте глаза тоже все, нахуй. Я вижу, вот кто ловит, нахуй. По-хорошему вообще, ну... Мы вот когда с обычки начинали осваивать эту хуйню, там ловили ГП за вот эту хуйню, за удушливый газ. Вы все должны понять, нахуй. Вы должны бежать в ебали босса. Тайминг, колбы, вы должны видеть, нахуй. Если у вас этого нет, то это либо анонса ждать. Ну, анонсит это никто не анонсит, когда колба будет. Вы должны бить в ебало. Она оранжевая хуйня, под двумя ногами босса появляется. Вы если дебаф ловите, у вас меткость 0 становится. Вы промах бьете, блядь. А вы по 10 человек ловите. Вместо того, чтобы по двадцатке выжимать в босса, нахуй, вы выдаете 0, нахуй. И вы не понимаете, насколько это серьезно. Из-за этого мы вайпаемся, блядь. 300 тысяч добить не можем, нахуй. Перемене то же самое. Вместо секунды каста вы кастуете 5 секунд, нахуй. Это тоже никому не надо, блядь. 15 секунд там или сколько, блядь. Где Равиз, где Сес же? Бегут еще? Далеко вы? Я на подходе. Какая-то голимая, блядь. Да, уже смысл перекур. Уже был, блядь, перекур. Уже все нахуй. Ты просто полтора часа времени потратили. Можно лапку совинную, пожалуйста? Нужно вот, короче, завтра просто сдувать этих всех боссов оставшихся. Полчаса, это, короче, фласки. Вот полчаса объем и все, и расход. У меня 7 минут фласка. Да? Почему же третья? Я свою уже... 7 минут расход, да? У меня вот третья 25 минут. Давайте сделайте нормально, блядь. Спокойненько, блядь. Не ловите нихуя там, блядь. Провисту фласку. Ту провисту. Припоты, блядь, улетают. Призом 228, нахуй. Призан сыт. Призан сыт, Танатос хуй знает. Танатос тут. Сейчас призан придет и будем. Коллеги где-нибудь находите и вон войду закидывать, у него есть крас. На крафт дохуя. А что вам надо? Хасту или что надо? Да припорты нахуй, просто я хуй знает, как вода. Ну, у меня вот мы зашли на профа, у меня было 70 припотов, нахуй. Осталось, догадаю, 64, да, 63. Ну, почти. Ну, был и прав, просто у меня 50. 6. Луна 50? Задвигается, начнем. Ну, чуть-чуть меньше, ну, брат. Два припота за бой пьет. Да, ну. Все, луна. А, два припота. Пей, купол. Да, я понял. Хоты. Тогда сколько получается?
46. Все, сосредоточьте глаза свои, блядь. Пахните на то, маги добрые. Маги, вы заебали, блядь. Сколько там у тебя? Давай, чё. 5, 4, 3, 2, 1. Лужи вышли. Все, блять, одно и то же на боссе, все по накатанной. Зеленый готовимся. Зергом зеленого. Ага, переводим, уже выходим. Сначала у стола выпьем. Дебаф нахуй посмотрели. Зеленый в треугольник быстрее. Ага. Мешки летят, смотрите, не словите. Так сказал, пельмешки, типа вкусные. Аж есть захотелось. Еще пельмешки. Работаем, нахуй. Я нахавался, спасибо. Начал фир, пиздец. Ну ты чё? Пес проебал. Вот Фокс по войну. Или уже вышли. Уже вышли, уже вышли. Менее красный смотрим. Красный убьем. Лужи вышли. Лужи вышли. Берегитесь. Пельмени отошли. Бьем. Скучкуйтесь там, совы. Сюда, блядь, к кресту, блядь, ближе. Зеленый. Чтоб, блядь, он не выбирал, хуй пойми, где, блядь, цели. Зози, на тебя чума там, будь с рейдом. Лужи отошли. Пельмени отошли. Рвись по войду. Так, будет красным. Готовимся. Красного убьем. Ну, сука, ты дурачок, блядь, Мордаунд. Что, блядь, уснул? А уже все, один пизда. Проснись, нахуй. Так, сколько процентов? Будем стопать, нахуй. 41, 40%. 40, смотрим. Все, притормозите его. 39, 38, отошли. Пельмени отошли, зеленого будем бить. Не словите пельмени. Давай этот, ладно, нормально. Зеленого зергаем. Угу. Лужи вышли, лужи вышли. Переводим профа. Смотрим сейчас свои дебафы. Успеваем добежать в треугольник. Пельмени отошли, блять. Не словите их, сука. Ну, блять, бичи. Сука, нет слов, нахуй. Красненькие.
Срога, я что-то на тулов вообще не вижу. Красненького бьем, блять. Это незыбку давай. Дамажим сильно всех слизней. Дал массакру, блять. Кого там выкинуло? Помогайте, добиваем, пельмени летят. Первый таунти, шрар, смотри внимательно. Стали быстрее к кресту ближе, все РДД на центр не лить, лужи вот тут. Льем первые лужи, готовимся. Потом будешь анонсить их мастеру. Давайте. Пельмени отошли и вернемся назад, и вернемся назад потом. Отошли, а вот лужа все. А там кол. Нормально. Рарника не проебать, хилы. Все, кто с чумой, стаками, не проебать. Сейчас третий заберет, аносишку к мастеру. Три стака, чтоб забрал. Голбы, нахуй, отойдите, блядь. Три стака. Кукмастер. Кукмастер, готовься. Саносишь ему? Агри, агри, агри. Берегите. Только ты... Ё-моё. Отошли. Кукмастер, ты готовься, выйди в рейндж и готовься таунтить. Давай. Вернули. РД вернули. Ёбан. Пиздец, блядь, холидринг забирай. Кукмастер, что у тебя за хуйня? Да садим, дай на хп. Скорее. Давай Равис будешь. Пиздец, блядь. Берегитесь. РД вернулись. Блять, проф близко, отведи его к стене от РДД, блять, кто там? А, это там у тебя. Я так забирал, блядь. Я понял, нах. А ты-то нахуя, тебя не просили, блять. Давай. Отошли лужа. Там Равис нормально забирает, блядь, сейчас умрёшь еще нахуй. Гим даю. Захилите, блять. Лям, добивайте, уже ничего не таунтите, блять, ничего не делайте уже, сука. На танке один стак только. Слава богу, нахуй, блядь, все. Как... Бля, ищи палоской печенька, ёбаный в рот, блядь. Я через клавишу анонсу, я не могу по-другому. Ну а хули поделать, ну... Нажми калауш, клавишу еще скажи что-нибудь. Ну так а хули, блядь, ну... Я а так... этот еще не агрит, ёма, я так... сказал там... Ну, блядь, если у него таймера нет, он хуй чё сагрит. Ты заранее я должен говорить, ты учитывая задержку, что в диссе задержка секунда, еще реакция у человека секунда, это ты на второй секунде, вторая секунда идет, ты ему говоришь таунт. Надо, чтобы все все видели. Ну, не согласен. Не, это правильно, да. Надо, конечно, конечно видели. Должны, блядь. Вы такие интересные, вы пришли, вам что, должны, блядь, все, сука, разжевать, в рот положить, блядь. Вы не в детском саду, нахуй, давайте как-то, блядь, исправляйте эту хуйню. Ну, я глаза открывайте. Таунт, нахуй, я таунтил, там задержка, походу. Задержка, видишь, пинг есть, нахуй. Есть задержка реакции у человека, есть еще задержка в дискорде, блядь. Слышишь, вы это, на Рарника напали. Я его учил, как надо правильно таунтить, блядь. Доебались, нахуй. Ну, мне один раз сказал, на какой-то секунде, говорит, я все понял. Зачем мне что-то другое объяснять? Ладно, все, забыли эту хуйню, нахуй. Все, кто хуёво себя на этом боссе чувствовал, блядь, исправляйте это все. Ситуацию эту всю, блядь. Все, пиздуйте на трэш, на совет, блядь. Надо убить еще. Прошлый матч ДПМ все показывал, а этот, вот, который вы скинули, я скачал, ДПМ не показывает. И ДБМ настройки открывают, там пусто, короче. Ну удали, значит, еще, наверное, еще скачай нормальный ДБМ какой-нибудь. Девочка прилетела. Валька. Бейте на Вальку. О, ебать, девчу. Бейте Вальку, нахуй. Ты этого сколько не было? Не было. Нет. Пиздец, столько мучений, еще и хуйня и выпала, блядь. Да, я сколько дали, колбу пиздец. Хотел, нахуй. Параша ебаная. Сука. Хуя не падает, блядь. Ноги ее хотят. Я не хочу. Я хочу. Напала на это. Дай зелень себе. Бегу, как бегу. Я и говорю, я напала на своего не хочу. А я хочу на своего. Бича зря, Лёв. С тремя спеками, блядь. С учетом реворка, там, блядь, колба, это пизда будет.
Разрыв будет. Топ? Нет, топ будет. А-а-а. Ну прикинь, у тебя хоста это будет 1200, блядь. У тебя мили атака будет, ну, в районе там 2.3, блядь. Ну а разве мили. Там КД нету на эту хуйню на прок? Не-не-не. Скрытого КД там нету, что ли? Секунду или две. Там фишка в том, что она прокает и от спелов, и от мили-атак. Ебать, реклама нахуй полностью. Все, блядь, сейчас на этом боссе посмотрим, кто же, сука, не знает тактику, нахуй. Там кто карбонара... не знает, что бегать нельзя? Там карбонара уже выучил, на следующем РТ будет экзамен сдавать. Куда надо встать, блядь, с зеленым дебафом, блядь? А где этот дебаф находится, блядь? Ну все, не машни, не машни, блядь. Ребята, запомните, кроме назначенных людей, никто не таунтит, блядь. Да, то потому что видишь, в чем фишка ВП Хант, если ты тут, конечно. Там фишка в том, если челик, то вот один стак чумы получил, если и он умирает, то проф отхиливается. Я понимаю. Это самая опасная хуйня, мы из этого вайпнулись. Я не вижу, что мы вайпнулись. Просто там 4 раза блякают, как-то интервью так. Мне уже заебало, что не спит. Я просто один стак спит, и не просто... Получается, смотри, таунтит назначенный человек, я забираю, и ты тут же таунтишь, блядь. Там фишка в том, что надо... Может просто получиться так, что ты недалеко стоишь, а у меня таунт будет в КД, блядь. Да, таунт в КД, а таунт в КД 8 секунд, там можно просто ебало потерять, поэтому надо очень осторожно к этому относиться. Короче, командира буду в фире гонять, пускай он ведет нахуй, он заебал нахуй, в рейд чаржится, откидывает все, пусть он идет нахуй. Иди отсюда, блядь. Алфира, у тебя что, это не все? Это еще хуйня, блядь. Это еще две печеньки всего. М? Две печеньки всего. А, всего две. Это третья. Угу. Это еще не хардкор, ни хуя. Шапку хочу апнуть. То, что мы потратили часик босса, блядь, это еще, блядь, изи нахуй. И чё робот, блядь, а этот чем отличается, типа, если этого не убивать, то нахуй робот нужен? Мы щелкали, но тут люди новые в рейде, блядь. Люди новые. Надо это учитывать. И такое будет всегда, блядь, от этого никто не застрахован. Даже топовые гильдии, блядь, там какой-то топовый хил уйдет и потом начнется просадка, и вайпы начнутся, блядь, так всегда. Я знаю, я, блядь, в топовых гильдиях был, думаешь, там вайпов нет, там такое же есть, еще хуже нахуй бывает. Там на 40 с 500 DPS вайпаются. Ну, 500, прикинь, ДПС, а люди вайпают все. Сейчас будут принцы, походу, да? Что ты имеешь в виду? Ну, типа. Да будет весело сейчас очень. Так, кто на ком там? Хульдринг на двоих и Вилнаш на келе. Я на двоих. Ага. Опа. Костя, старайся в центре держать их. Значит, МВП Хант лево, Пасифея право. Левая часть комнаты, а правая часть комнаты. Могу в центре поставить. Центральную часть комнаты Мэтт Фокс бьете. Все остальные, вот три человека. МВП Хант лево, Пасифея право. Это вы сферы бьете, три сферы. Если на правой или на левой стороне две сферы, помогает центральный игрок. Сферы. Если смотрите люди, если они, блядь, опускаются ниже 15 метров, нахуй, помогаем все РДД без исключения, без всяких оговорок, блядь. Человек может не успеть добежать, или у него может это стаки накопиться, он может их стоять скидывать. То есть смотрите, помогайте, блядь. Так, ты, кстати, к новеньким скажи, что тут бегать нельзя. Тут бегать нельзя. Стак. Бегать можно, но нужно останавливаться и на 10 секунд скидывать стаки на вас. Если вы их много накопите, они будут при движении наносить урон, блять. А если вы стоите, урон не наносится. Плюс есть всякая хуйня, типа могущественный вихрь, это друг от друга надо разбежаться, милики вам на заметку. Массы вы так дадим. Ты на первый, я на второй. По могущественным вихрям. Вот. По келесету знаете, к нему подбегаете, только точно бьете без ОЕ, иначе вилан шушу. Тряпки 7-8 стаков максимум. Кожаные 12 стаков. Ватники могут 15 лутать. Все, это самая готовность. Короче, смотрите, все разбегайтесь, Седжу только может возле босса с танком стоять.
Седжу может стоять, чтобы это побольше бить. А, хотя смысл тоже разбегайся, ложный давай. Не знаю, как удобно будет, короче. Остальные разбегайтесь все. Вар, там, если что, если видишь, в куче стоишь, там 3-4 человека. Холидринг? Холидринг. Да, да, да. Нажимайте, да, Мордаун тут. Мордаун. Да, 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 я там этот. Даю что-то. 5, 4, 3, 2, ты на первый вихрь, я на второй. Так, агро не сорвите. Меньше бегаем. Так, могучие вихри, смотрим внимательно. Давай, мы сокро. Вы бичи совсем нахуй? Ну, или что нахуй? Или хуже нахуй? Рога чашер мне ложный. Дима, это кто нахуй? Зози, сед же ресы. Хуй прочитаешь ник нахуй. Первая пати, короче, Мэтт Фокс ресает типа, блядь. Вихрь. Да ёбаный в рот, блядь. На Келесета пошёл. Я не успел нахуй шок у него дать, он сдох нахуй. Что за судьба дал? Два бича, блядь. Ну это рога нахуй. И Седжу реснешь. Тут ни разу не умирал. Дровист, Седжу реси. Пином тебя. Кинетика сзади, справа. На пульте у Вилашу. Келесета. Кринж нахуй. Сферы не заберите, смотрите осторожно. А, шлем нахуй хуярит, а ой, да, похуй. Ты чё, блядь, гонишь? Иди, иди оттуда, блядь. Иди нахуй оттуда. Там сорвёшь сферы, там... Сферу дали. Ну чё мы медленно бегаем? Ну, замедление, наверное. Как Заканыч, сука, кто тебя пиздит? Ты бич, что ли? Да в пизду, да идите. Да идите нахуй, блядь, что за хуйня? Кто вас убивает? Босс меня убил. Какой? Руитин Валетовиста, ресы. Ну, ближе надо, ничего не резать, ничего не резайте, падайте, я ебал в рот такую хуйню. Падайте заново, нахуй. Бичи, сука. Какой босс тебя убил? Сейчас я посмотрю, нахуй. Она. А какого хуя он тебя убил, блядь? Ну, я ебу. Потому что сорвал агру. Ну, я не сорвал, я в омане третий был. А ты нахуя его бьешь? Потому что на мне 12 стаков было, я не мог подбежать к этому. А нахуя ты его бьешь, блядь? Не надо бить, значит, его. Он... Когда хп, когда хп нету на боссе, его не надо бить. Нахуя ты его бьёшь? Вот я не мог бежать к этому, блядь. К... Я тебе еще раз скажу, босса бить не надо. Чем блевать? Пизду, блядь. Даже если ты не можешь бежать, блядь, ни активного босса не бьешь. Не вставайте резко. Понятно? Накручивали щеки ДПС, нахуй. Вот смотрите, вы придете в топовую гильдию, так будете делать, вас там кикнут нахуй. Там будет Джайна убиваться, но без вас, нахуй. Еще и обоссут. И обоссут, нахуй. Ну не бьют босса с пустой хп, блять, он не тратится хп у трех боссов, оно совместное, оно тратится только то, которое выделяется, блять, на ком черепок вешается, блять, нахуй ты Заханыч бил челика с пустым ходите. Хп? Ну а как еще он мог агро сорвать, блять? Зачем, лол? Ну может еще Холидринг не играл нихуя, хуйней занимался, стоял, блять, тоже. Да, стою в носе, ковыряю. Не, ну если типа не набирал агро, может он и сорвал из-за этого. Либо и то, но я тоже хуй знает, как может сорвать агро, блядь, это пиздец. Не, если не дотягиваешься до того, кого можно бить, кого отнимается хп. Стой чиль. Стой на месте. Стой чиль, бро. Ну ты рескидывай стаки. Пизду, блядь. Сколько мы тут раз выпанемся, чтобы вы все поняли, что делать, нахуй? Анхолик там чисто 4 дота. На вихре тоже накручивает урон. На вихре нет, Седжу вот... от босса убежать. Смотри, нахуй. Нахуй, сейчас я посмотрю, как Седжу сдох, нахуй. Вот. Я ложно нажал, но мне 4 стака было. Я посмотрю, от кого вот такие, как ты, получал. Все были, никто не отбежал. Сейчас, спокойно, блядь. Могучий вихрь, смотри. Тебе ложный выпад, Линка, не надо, там. Нет. Тихо, блядь. Сейчас дайте я, блядь, попизжу, нахуй, вы послушайте, блядь. Вот смотри, нахуй. 5 секунд до смерти, нахуй. Дамаг от чего получает Седжу, нахуй. Этот, значит, Зози, нахуй. Призан, могучий вихрь. Так, Валанар... Так, Холидринг, ну это танк, соответственно, Кирсори. То есть вот эти люди, которых называют Зози, Призан, этот Холидринг танк, Кирсори, 3 человека уже хуй забили отбегать. Дальше просто его откинуло, и темница смерти там по 1000 ударила. Меня убили. И слепительные эти стрелы, искры нахуй.
Вы его убили, нахуй. Вам, бичам, сказано всем, нахуй, милики, нахуй. Если вам, дебилам, непонятно, куда отбегать, я вам метанику поставлю, бичам, сука, и скажу, какая группа куда отбегать будет. Вот, блядь, треугольник, звезда, нахуй. Ну, я, ну, типа, блядь, увидел, что у меня хп 4000, я даже... Кружок, нахуй. Жать меня смело. Да все, блядь, не надо, я уже сказал, кто виноват, блядь. Смотрите, блядь. Перетак, каски, пристабав. Первая пати, блядь. Перечисляю консилятор. Траволта, Хукмастер, отбегайте в сторону ромбика, блядь. Вторая пати. Закханыч, Кирсори, Зози, Рарник, отбегайте в сторону звезды, нахуй. Остальные, кто там, Призан и, ну, больше там миликов нет, в сторону кружка отбегайте. Все, освобождаете, блядь. Один Седжу может не отбегать, тоже отбегай, в принципе, в кружок, нахуй. Ну, Траволта можно отбегать. Траволта в ромбик отбегает. Траволта на вихре, жми ложный. И я имею в виду... Да я в курсе, ребята, я в курсе за ромб, ну, пожалуйста. Ну, просто, типа, на всякий случай. Тихо, блядь. Я не знаю, механики и хэма просто, и все. И смотри, блядь, и это, я метки вам послал, не в них надо бежать и вставать, нахуй, а в ту сторону, в это направление отбегать. Я бежал в прошлый раз, а да, он... Четного. Да, да, блядь, меня лагает, мне телефон пидет, пидец, полный. Вставай, давай, блядь. Сука, хуйню исполняйте, бейте спокойно босса, блядь, что кого назначено там, блядь, сферы, блядь, не срывайте, блядь, бейте босса только открытого, блядь, сколько можно, нахуй, это пиздец, продолжается, блядь. Фу, блядь, а потом, знаешь, потом пройдет 3-2 месяца, все будет понакатано закрываться, Войд Т5, там, блядь, Войд в обычку, в льду зовет, мы не заходим, нахуй, Войд старается, нам релит, нахуй, нахуй надо Войду помогать, блядь, в льду заходить, мудаки, сука, неблагодарные, блядь. Да. Смотри, базаришь. Да, блядь, КамАЗ с печами. И то легче разгрузить, чем этот. Рапник, именно голландскими. Все, погнали. Отчет. Че это за хуйня, нахуй? Ебать. Ну Талдрам, что ты греет, блядь, прием, нахуй. Хульдринг, ты тут? Падаем, нахуй. Ну, Хульдринг, это ты виноват, блядь. Вот тебе, блядь, полтинник. Где, блядь, как, чего, блядь, на пол где? Сейчас я посмотрю на пол еще, блядь. Траволта на Седжу, нахуй. ГП, нахуй. Пасифея, Хульдинка. МВП Хант навела, что хуй с ним. А Седжу где на пол? Я пулю всегда. Так, Седжу. Я дал Хульдринка. А Траволта? Короче, Траволта тебе тоже, нахуй. Почему ты на Седжу даешь? Нужно напуливать моба, нахуй. Падайте, нахуй. Падайте, сбегитесь в точку и упадите, блядь. В центр сбегайтесь. Бичи, сука. Первые... Как заебало, блядь. Нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Это пиздец просто, нахуй. Я вообще в ахуе. Просто вам так поебать. Может, типа, может, дракона похилим, нахуй? Да я рот ебал этого дракона, нахуй. Хукмастер в танка, нахуй. Встали, побежали. Хукмастер в танка, блядь. Первое ГП вот. Нахуй, не 25? 50 ебал. Уже все, нахуй, разгон. Все. Низкий старт, да. Скоро сотка. Войд уже разогнался, нахуй. Ты ебать. Можно на туре, Слава? Давай в танка, нахуй. Пускай он одну цель танчит, ты, блядь, будешь Талдорама пустого танчить, нахуй. Не дай бог, кто сейчас сдохнет, блядь. Босс не просто бог. Ходит на похуях, убивает людей, нахуй. Трех людей, блядь. И четвертого ебанул. Ни таунта, нихуя не было. У паладина два таунта. Ну как так, нахуй, тоже, блядь. Этот ШМ шарить на... А, чарить, бля, на этот... Сагрите Вальку, блядь, пизда вам, нахуй. Я сейчас побегу, посмотрю, кто сагрит, нахуй. Сразу полтинник прилетает, нахуй. Не дай бог, на кого она сейчас полетит с вас. Я прям смотрю, я Вальку выбрал в цель, нахуй. Большинство по кругу побежало оббегать. Я всегда по кругу оббегаю. Только если не на лича. Вон кто там, нахуй, Хукмастер, друид инвалид, блядь. Она как раз к вам подлетает там, не спульте, нахуй. Я вижу все, блядь. Всевидящий Войд.
Все, все остальные, блядь, по кругу бегите. Объясните, у меня КД на масуху была. Так мы бежим все. Тебя точечно резали уже. Да. Жора сказал, Сталева бежали. Забейте. Ладно, я уже все, видимо, на связи делаю. Давай, мастер в танка, бля, я ебал такую хуйню. Три танка будет, нахуй. Травол там, блядь. Меняйтесь вы триксами только на сурке, нахуй. И то после первого напула в танках. Да, ну, не забей. Ну, он дал в тебя... Во-первых, не только на сурке, два ханта есть в рейде. Ну и что, МВП хант напуливал этого, как он называется? Келеси-то, блядь, там пасифей. Макрос просто на цель босса. Цель по... я тебе сказал, удаляй его. Ну удаляю, хорошо. У нас был уже один рога с таким макросом. Постоянно напулил не в тех людей. Ну ладно, ладно, это все. Ну я на холидринка не сделал на пул макрос, поэтому я сделал. Нет, по цели-цели. А люди врываются, сразу же босс начинает писать ник тебе надо другой роги, который тебе макрос скинул, а не танка. Танка тебе просто фокус надо брать, все. Если танк меняется, ты просто выделяешь в таргет и кнопку фокуса. Ты там бежишь где, не? Прием. Да. Вонючек-то, не надо ему ничего, я ему все дал уже. Это отличный макрос. Дожимаем, да, нахуй. Давайте, блядь, уже завязываем хуйню и страдать. Просто баф, лапка. Че, ничего не поменялось, да, холидринк? И хукмастер. Холидринк на одном, нахуй. На Валанере, нахуй. На Талдарами, блядь, хукмастер, блядь. А на Келесе тебе Вилаша. У каждого своя ок. Отдельная, блядь, история, нахуй. Вот даю чё. 5, 4, 3, 2, 1. Не ебал такой. Видишь, блядь, танка нету нормального. Пока люди привыкнут все нормально исполнять. Так, могучий вихрь. Вот это другое дело, чтобы я всегда такое видел. Те, кто назначены ханты и мэдфокс на кинетику, вы только ими занимаетесь. Не боссом, а только кинетикой. Но сейчас ДПС хватает убить босса. Смена цели 2 секунды. Кинетика в правой части. Это, квадрат он падает, смотрите внимательно. Этот хукмастер, подведи. Подведи своего босса сюда, или ты там. Вот нахуй ты Валанара пиздишь, а? А потом агро срывается. Ну чё, он точно выбирает и бьет, что ли? Он вроде на кинетике. Но до этого стоял, бил неактивно. Что-то, блядь, это Пет твой Лану там сагрил, нахуй. Смеется, чё. Подводи. Ладно, я подойду. Представь, сейчас Лана к нам сюда прибежала. Да, уж прибежала, да уж пизды дала. Вы чё тут бичи, да? Бежит, там будет не до смеха. Так, мэдфокс по войду, давай, Индр. Помогите с кинетиками. Помогите с кинетиками, РДД. Все, блядь, помогаем. Где вихрь на УЗ? Сейчас Уланнер будет. Уланнер объем. Три кинетики здесь, у меня одна будет. Мы, хукмастер, сюда вернись, блядь. Ну как до тебя доставать-то, блядь? Мне трех танков надо доставать. Ты уйдешь, так и сдохнешь там, нахуй. Стойте на месте, захильтесь. Ханта захильте. Пиздец, блядь. Бичи, сука, РДД, блядь. Просишь кинетику поднять, нахуй. Падает кинетика, блядь.
Сейчас твоя сакра первая. Я уже сдал. А, да? Всё. Уже был. Виланша, блядь. Я пойду ее подхилю, блядь. Сейчас твоя. Отдал. Пиздец, нахуй. Подведите сюда своих боссов поближе, чтобы я мог Вилашу хилить. Там кто-то сдохнет с его. Призом не стакай. Призом не стакай. Покури. На пультик лес это. Что там агро нет, что ли? 100 тысяч агро. Ну, на июле можно просто на пуле сейчас. Скажи и сальву дам по кому. Сейчас вихрь откинется. Паравис туда. Дал. Три секунды с миноцели, уже идите к Талдарам, блядь. Кинетика далеко. Кинетику помогайте, блядь. Квадрат возьму. Нет, там, так, этот цель, в кого шарик летит, разряжаемся. Блин, далеко, блядь. Так, воронка, отходим. Сейчас боссов откинет вас нахуй. Отводитесь. Какой-то с хилов там Юльку подходите. Я подхилю, нормально все. Пять секунд у Ланера будет. Че, откатилось там уже? Новый вихрь. Сейчас улетите. Ну, Ланера бьем. Сюда веди. И ДПСим нахуй, че вы, блядь, гладите его? Вот. И не задал. Ага. Так, Зози, где, блядь, подхилить надо? Захан, еще 15 стаков покури, там, сбрось, блядь. Да, курю, курю. Так, второй вихрь готовимся. Хоть и сакра я дал, но тоже разбегайтесь. Так. Равист по войду. Мастер, подведи сюда. Зози давай тоже по войду. Бидон тотем и ламаунт на ману. А, уже КД там нахуй. Просто на ману тут не давай, похуй. На первый вихрь этот дам языку. Ага. Да, да. Батарея сидит у меня на этом на мобильном. Отключить. Хватил. Там вихрь, вихрь. 3 секунды в ланнера, пытаемся ланнера бить. Так, первую даете вы, ну просто вторую я дам. Квадрат бью. Сдал. Блять. Кинетик там далеко. Центр немножко хилам освободите, а вот от хпала немножко это наберите рейндж, блин, чтобы я не подох. Я тут квадрат держу. Вихрь. Кинерекс план.
На, захапало геймплей интересный, что хоть вот эти вот стали шоки. Прям вообще на бегу нормально хилишь. Да, вообще то, что можно поабсорбить на том же лече перед заражением 5 таргетов. И... Ну, ну, вообще заебись. У ДЦшников чуть-чуть хп спиздишь уже. Нифига ты меня не пиздишь. Пиздится, пиздится. Это на донышке всего лишь. Ну, странно. Ее поймает. Опа, пошла, поехала. Заканчиваем лить, Юль, подхильте. Да я курю, стою, стаки сбросил. Давай, братан, кури. Дима Травол, ты тоже покури. Курильщики, блядь. Не убивайте уже толдаром этого ебаного. Я не курю, поэтому я могу. Смотри, так, бегу просто на все бабки. Осколок. Кринж нахуй. Это замучение на профе, короче. Че, мы пойдем на Лану или завтра? Так, что там по времени? Ну, я не знаю. Ну пойдем, думайте сами. Давайте завтра. Да не, нахуй. Валю, там уже пиздец, уже хуёво. Слышишь, давай трэш зачистим до Ланы. Да как хули он резнется? Он резнется к 20.00 только. Пойдем зачистим, конечно, давай. Проще завтра будет. Так, кольцо надо кому-то? Че это, на крит МП5? Хуйня какая-то ебаная. Нахила только. Хлембича. Осколок, да? Идем чисто, идем. Нет, так я бы не против ебануть, хули. Только если прям уверенность есть, что мы не просидим там как на профе, нахуй. Нету. Ну можем один трой дать. Ну можно, один, да, трой дать. Можно. Так уж трой, быть. Да. Зелень, ну, да, я соберу. Но только банки закончились. Скажи, ты 70 потов. Все? Ну если Кирсорий оф, то можно и давать трой. Не, я не про поты. Еще, да, 40 шуток, еще 40 шуток. А, это трэш ебанем и все. Смотрите, только на трэше еще не сдохнет. Так душно сегодня что-то было вообще. Ну, проф задушил. Проф конкретный вообще. Новички задушили. Задушили его все, да? Да. Что-то сегодня как-то подлагивает, да? У меня наоборот нормально. Да, да, согласен. Это все на регорно, опять на регорно, скорее всего, забили. У меня кадров 20, наверное, было, я вообще ебашил, блядь, горе не знал, нахуй. Ну, повезло человеку. Как хорошо человеку, 20 кадров уже радуется. 20 кадров для меня это вообще пиздец, блядь. Можно нахуй джайну играть, нахуй. А вот дэшка есть? Я на боссе уже больше 15 рад, к не знаю что. Нет, у меня меньше. Много не бывает. Нет, у меня меньше 60, я там, не знаю, на 10 хотя бы на 5, и я просто, я уже пукан горит. Мне интересно, почему вот у нас, мы когда ходим, да, у нас паладины в рейде, по 5, по 4 штуки есть. Почему они вот так же юзают там изгнание, там, нефть небес, станы, нахуй, эту всю хуйню. Почему нельзя упростить жизнь, блядь? И хилам хилить вообще нихуя не надо. Посмотри мои способности, что это. Ну ты можешь прожимаешь остальные там чилят. Вот вот это вот каскастер аристократ, нахуй. Иди отсюда, блять. Не вот этого тоже мудака. На, нахуй. Сейчас пойдет с пулит. Да, мне стан кинули, нахуй. Уеть, вы чё там? Хили сегодня будете? У меня стан. Тоже станет. Ревностность работал на трэше, а ей. Там бардаун в пиве уже. В
пиве. Да какое пиво? Я только не, я еще не начинал. Ни капли в рот. Вообще ни капли в рот, ни капли в нос, ни капли в глаз, ни капли... И сантиметра в жопу, да? Да, не, даже не миллиметра, душа. Пару не, микрон... понимаю, на этих мобах контроллер шипнет, но паладином они соло. Только капельницу вену и все. Че, трай решили или че, или не будем? Кирсори ушел. А, ну, хукмастер? Я... Нет, давайте все, уже идите, хукмастер, кирсори, ну нафиг. Все, давай. Давай посчитаем ЕП. А, да по сотке тут хули. 6 боссов, проф, 7, да, и 8 совет. 8 боссов, нахуй. 800 ЕП. Леха, гараюпашка. Кто, я... блядь, скулил, сука? Кому делать? Я успел тэпнуться. А я понял. Блядь, суки! Кто это сделал? Подожди, Войд, Войд, подожди. Ща я посмотрю, Войд, подожди. ГПшка. Первый удар, блядь. Эламаунт. Опа. А, да. Ясно, нафиг. За погоны, типа, чисто полтора. Ты смотри, так в гере не балуйся. Так это и есть гер. Ну я имею в виду, сейчас-то уже уходим, а если бы мы траили, то это ГП было бы точно. Кто там на замене был? Никого. Транквилы, но стресс написали. Так. Нихуя себе тут в начале инста Новый год. Еще был. Ну, стресс. Кто еще был? В антивреде. Но изначально был. Ты что делаешь, блядь? Мудфокс, нахуй. Пиздец, кринж. И что, она ты... сейчас. Она будет ждать сейчас, пока Хэва сдохнет. Ну ебать вы, ну. Ой, блядь. Все, отвязалась. Я портуюсь отсюда, блядь, от греха подальше, нахуй. Да, бичи, конечно. Леха, горю, и пушка есть?